Меня вывалит. А зачем мне там телефон? Тебе позвонить? Да. А тебя что? Ну, там тебя вытащили. А мне некуда, больше он вывалит. Давай ты заснешься? Я буду из лишний раз переживать. Проходите на эту сторону. Фото вначале. Что, телефон? И он там денег. Задержайте, перемещайте медленно здесь. Да, кстати, когда мы сюда Какую ногу? Какую ногу вставлять? Правильно. Я хочу быстро получить первый час на середину. Давай быстро не иди, ты знаешь, я не люблю. Надо съесть. А где это? Я не влезу. Шире нет, это сама широкая. Это сама желательно. Да, похудел. Смотри, подай сюда. Ракета на старт. Не знаю, что нужно. Хорошо. А вы до сколько работаете? Я где-то в 10 подойду к вам. Да, да. Ну, в 9 где-то вот так вот. Угу, всё, отлично, да. Давай туда сначала. А вот как-то в вагон не было. А ты не пьешь? Да, нет, куда мы пьем? Уж быстро идет. Ну, если ты меня дождешь, это все не ничего. Кома. Ты как всегда забыл седьмого. Ну да, я не могу раньше, у меня же график. Понял. Ждать будешь? Собирается. Ну что? Директор совещания в Димона собирает. Понял, конечно, на ковер в Димону, все, я понял. Три смотри, аккуратней. Мыльца возьми. Не поверишь, но я его уронил уже. Директор, все слышит. Огонь, трасса! Не так надо делать. Смотрите, ребят, что это дает. У нас два карабина. Черненько, видите, прорезь. Вот будет его пробивать. Двери такие площадки. Вот таким вот образом. Раз, 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 ра
Второй карабин, а за ним его сняли за площадкой 3-7. Муфта вниз, карабин открывается. У кого розовый карабин, это муфта проворачивается, карабин открывается. Держимся с вами, закрой не оранжевый троса, идем посерединке мостика, меньше будет качать. Идем по 2 человека с интервалом половина моста. Заходим наверх, снимаем сюда снаряжение. Потом вот этот карабин цепляется за черный и за петельку, которая с правой стороны, вот за это. И да, и черный сейчас накидывает его. Сейчас когда я стою? Ну, вот завтра мы поговорим с красной бедненькой, мы подходите на качать бедненькой. А на сайте вою написано, что прыгают. А? На сайте написано, что прыгают. Я вот купила, но я не хочу прыгать. И откуда? Ну, отсюда, ну, это там частники прыгают. Севастополь. Эска, я, Санта, я, Почтальон. Можешь идти? Ну, вон там, пап. Продевай. Где? Лер, ты дети остальные, не пойму, не пьются. Можешь идти! Это тоже так. Да, ты тоже не видишь. Да, я там так не понимаю. Да, я там так не понимаю. Да, я там так не понимаю. Все, хочешь, ладно, отлично.
Это там наверху подъявляет? Да, хоть не зависит, но вдруг подъявляет. По 9, 5, 0, 4, 9, 5, 0, 4, 9, 5, 0, 4, 9, 5, 0, 4, 9, 5, 0, 4, 9, 5, 0, 4, 9, 5, 0, 4, 9, 5, 0, 4, 9, 5, 0, я шел по мокрым лужам, по скользкой мостовой. Наконец-то снег утюжил, а мокрый снег падал. А я шел сегодня день флота. А? День флота сегодня. Ну да, они все пойдут. Это не день торгаша. Он шел со мной рядом. Торгового работа. Следил за мной взглядом.